В редакции газеты «Люберецкая панорама» прошло собрание местного отделения Союза журналистов Подмосковья. Это первая встреча, которая прошла в очном формате после снятия ограничительных мер. Сотрудники СМИ городского округа Люберцы проголосовали за прием в общественную организацию телеведущего Николая Пивненко. Также члены сообщества обсудили ряд организационных вопросов. В ближайшее время у нас планируется 90-летие отметить радио. Это планируем в мае где-то. Вот осенью, в августе точнее, будет журналиада очередная. В том году не было журналиады. И школу юнкоров заново запустить, которая у нас вот в период этот последний год она не работала. По количеству представителей Люберецкое отделение Союза журналистов занимает второе место в Подмосковье. В настоящее время сообщество объединяет 55 человек, работающих в средствах массовой информации.